Действительно приятно, когда и поздравлять, и особенно для этого есть поводы и окончание уборочной кампании, которая далась действительно очень тяжело. Не скрою, когда полтора года назад Сибарка заходила на нашу территорию, вызывало сомнения о том, как будет работать, как будет развиваться на территории района, исходя из опыта того, предыдущая кампания оставила свой след, в том числе и некоторые социальные проблемы среди нашего населения. Но действительно, с первых моментов вызвало уважение и дало надежду на то, что все-таки компания пришла на территорию района всерьез и надолго. Те взаимоотношения, которые были выстроены с руководством Сибарка, оно дает и поводы для дальнейшего социального партнерства. То, как компания участвовала в наших проектах, те проекты, которые сельские советы, на землях которого присутствие Сибарка проходит, притворили в жизнь благодаря и финансовой поддержке Сибарка. Это и закупка тракторов для нужд населения, это и участие в различных проектах по обустройству территории. И те планы, которые мы уже обговорили на будущий год, они также будут реализованы.